В ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы Мособлдумы в 2020 году, руководитель фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Игорь Брынцалов назвал одной из главных задач проведение единого дня голосования в 2021 году. Это будут выборы в Государственную и областную думы, а также выборы и довыборы в Советы депутатов городских округов. Секретарь подчеркнул, что 2020 год показал, «Единая Россия» умеет оперативно реагировать на ситуацию. И напомнил, что по результатам голосования в 2016 году партия имеет 343 из 450 мандатов в Государственной Думе и 38 из 50 в Мособлдуме. «Будем стараться повторить этот результат», – сказал он и добавил, что с нового года начинается системная работа с избирателями в своих округах.